Новый год – время салютов и фейерверков. В каждом дворе после боя курантов обязательно запускают яркие огни. Чтобы праздник не закончился пожаром, необходимо придерживаться простых правил. При покупке любой пиротехники обратите внимание на срок годности, документацию и саму торговую точку. У каждого продавца должны быть сертификаты. Это первое. Второе, нужно, чтобы была целая упаковка, не без всяких каких-либо повреждений. В преддверии новогодних каникул сотрудники МЧС регулярно проводят рейды по устранению незаконных торговых точек. Самих химчан тоже просят быть более бдительными. Если продавец отказывается предъявить сертификаты, лучше закупить праздничный салют в другом месте.